Друзья, всем доброе утро. Сегодня в Нижнем дождливо, как вы можете заметить. Ну и я достаточно антидождно одета. И, кстати, помогает мне сегодня в прямом эфире не промокнуть на улице плащ от RDS Shop. Он непромокаемый, прорезиненный. И он, кстати, еще также не продувается. А в этой сумке челночника, как я ее называю, хранятся значки. Значки, которые я буду раздавать всем зрителям, кто успеет ко мне подойти до момента, пока значки не закончатся. Раздаю их за интервью. Поэтому, друзья, всем чудесного дня, обязательно увидимся. И, конечно же, вкусного кофе. Наконец-то Михаил Давидянц, промежуточный лидер квалификации 4-го этапа российской дрифт-серии Европа. Вот это движение не показывай, которое ты показывал, когда вышел из машины. Покажи другое. Ого! На самом деле...